Всем добра и здравия, дорогие друзья! С вами Ричи Катархонт и Канада и Франция. Кто-то еще, значит, кто-то играет. Ричи Катархонт и Канада и Франция. Отличное начало. Это многозначительная пауза, пойми. Это необходимо. Я так и понял. Так, весь смысл в этом. Весь смысл да, в этом. Да, да. Все так. О, можно, можно на Либерию оправдать войну и типа напасть. Ну, оправдай войну и напасть. И потом Америка в тебя впадет. Ну, я и так на нее нападу. На Либерию. Просто хочу себе Монровию. Ну, кстати, 7-9 дивизий у Либерии. Сколько? И 16 резины. Неплохо, неплохо. Много всего, много. Мне так Индия отчаянно зовет, типа, думая, что я вступлюсь. Да, Индия! Помощь уже близко. А вот я вступился, я истинный союзник. Кто недавно говорил две серии назад, а то, ой, как коммуну там берут, смотри-ка. А, в смысле коммуну берет? Это коммуна берет? Или ты имеешь в виду, которая этот, не в Индии? Италия забирает. Так это ненадолго. Я верю, что это будет... А, лол! Там у Франции дивизии вообще, блядь, нет. Да, да, да. Почему вы, блядь, ёбаные янки в самом начале серии не сделали мне 40-очковый рекрут? Даже не знаю. Нахуй идите, пидоры. Просто глянь, сколько дивизий у Германии. 200. И Франции. У Берии 25. У Британии всего лишь 40. У Италии всего лишь 30. Ой, не лысо. У Нидерландов вообще меньше 20. Франция высадку сделала. Ты такой, В Балтике, видишь? А, лол, в натуре. Ну, у них есть порт, кстати, это неплохо. Неплохо для кого? За кого мы вообще в этой войне? Честно, нам бы самим попилить французов, а не вот так вот. Отлично. Исландия отказалась, я получу еще минус 20 очков. Почему бы и нет? Почему вы с минус 93 очка не посидят на низкой стабильности уже, блядь, вторую серию? Да ладно, у меня 69 политвласти, мне нравится. Ну, тогда да. 69. Да. Можешь еще раз повторить, но я еще и с первого раза понял. Я как Францию продавили. Так я видел. Все, она посыпалась. Там же были укрепления, где до этого профки стояли 4-го, а сейчас все. Угу. О, Франш-Канте отжала. Балтика капитулировала. Ну, при Балтике. Ты глянь, что Швейцария сделала. Она просто отжалась о Франш-Канте, и на этом вроде... Нет, война еще не закончилась, лол. Ей просто немцы передали оккупацию. Все. Да, забей, слушай. Сейчас просто будет огромная Швейцарленд. Ну, смотри, синдикалисты потом не помогут. Они еще не могут завершить войну. Да. Короче, Германская империя смогла. Все, до свидания. Все. Че? Сейчас посмотрим, пока французы еще больше нафиналят, влетим еще в Британию. Так я знаю. Ты что думаешь, я сдаюсь, что ли? Не надеюсь. Ирландия, правда, вступила в этот в центральные страны, поэтому я смогу ее к нам в альянс закинуть. Но я могу с Германией, типа, задружиться. Неплохая идея, неплохая. Да. Чё-то как-то османы, ну так себе. Ну, бля, там все равно против них воюют. Хоть у них там и 40 дивизий, опять проебанные янки. Интеграция Новой Англии! Наконец-то, блядь! Это случилось! Минус, слушай, кому-то. Минус 140 очков и корки на все эти провинции. Минус 240 очков у меня. Ой, Вашингтон, смотри-ка. Это они высадку сделали в Вашингтон или что, я не понял.
И то они стали корками, но я не вижу, чтобы они стали моими корками. Ага. Аллилуйя. Неужели эта херня наконец-то закончится? Но они потеряли эту профку. Я про О, Швейцарию. ремарк. Ремарк написал этот Третий Рейх. А мне не прислали об этом сообщение. Потому что ты слишком необразованный. В Африку такое не присылают. Потому что я не читаю такое, все. Потому что ты вообще не читаешь. Уровень шуток просто зашкаливает, знаешь. Да. Так. Ну, когда ты там войной? Через 30 дней? Ну, удачки. Покойся, А миром. ты вступишься? Ты вступишься? Да. Все, я тебя поймал на слове, ты сказал, да, все, поздно, поздно, поздно. Ты такой, Ты не блин. заметил, что это немного такое не то да, которое ты хотел бы? Но ты сказал да, поэтому я ничего не знаю, все. Ну, раз ты ничего не знаешь, то тогда и не знаешь то, что я сказал да. Вот на этом и порешали. Не, ну ты сказал да. Сказал. Нет, ты Все. ничего не знаешь, значит, ты это не знаешь, так что все. Ладно, ладно, ладно. Буду один воевать. А смысл там от моей помощи, кстати, все равно не приплыл, потому что я сам войну, на войну скоро пойду. Тем более там сам разбираешься. Там все дивизии Египта в Иерусалиме сидят. Так я знаю. А Триполитанию, ну, Триполитанию ты и сам должен пробить. Тем более ты там делаешь высадку в Триполи, где нет никого, и заканчиваешь там войну с Триполитанией. Но я делаю высадку рядом с Триполи, потому что в Триполи есть на защите кто-то. Я бы не был так уверен. Сейчас С учетом, проверю. что тут 6, 9. Нет, там есть 1-2 дивизии. Да. Ну вот. И одна дивизия стоит, я прям вижу. Молодец, зрячий. О, Австрия помогает США. Давно уже. О, он еще Только она приводит нам. теперь подумала. Хм. 39-46, Как удобно 91-120, кораблями светить. 53-78, Мне кажется, 6. ли он что-то чует. Он в Триполи привел две дивизии уже. Кто? А, в натуре, да. Мне кажется, Увел это... оттуда. Ой, зато у него свободен этот Бенгази. Но в Бенгази я не Конечно, да, войду. я теперь минус 221 очко сижу. В полном очке, но теперь у меня вроде как должны закончиться эти ебаные высадки Янки и прочая херня. А значит, теперь я должен тут... Просто О, 550 тысяч мэнпауэра теперь, когда я ну вангрю, это теперь. Слушай, нормально. ну да, 550 камен пауэр это существенно, я бы тебе сказал. Ну да. Ты существенно говоришь, что это существенно. Да, потому что это очень существенно. А ты существеннее ощущаешь. Е, я построил дорогу. Только что это мне дало теперь? Я выполнил фокус на дорогу. Как бы дилей это задержка, но как бы переводится как сдерживание. Забавно. Сдерживание-задержка. Прекрасно. Невероятно прекрасно. Так, отлично. Теперь у меня очков минус 64. Потому что я взял фокус на 150 очков. Ой, что это такое? Работать чего? 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 Организация армии тоже будет неплохо. Но здесь очки передают. А мне сейчас они нужны. О, мобильная оборона. Отлично, исследовалась вовремя. Да, походу США сейчас сожжет. Там в контратаку пошли синдикалисты. Ой, а что это такое? А кто это сделал? А кто это войной пошел? Фу, агрессор. Надо закинуть претензии. Этот все. Египет, я тебя поддержу. Где тут скинуть добровольцев? Египет. О! Нет, он. Ну блин, я не могу кинуть. Ну блин! Ну Я ты не могу чё? кинуть. Я не могу им кинуть этих добровольцев, потому что типа они воюют с моим союзником.
Ну, блин, Ну ты грустно. чё, так нельзя, так У тебя так нельзя. кораблики красиво кружатся там. Они же рядом, когда с морем, они бонус дают в атаке. Они же обстреливают побережье. Оп. Бичуганы высадились. Какая-то Франция меня зовет, какая-то тут Индия зовет. Глупые, Ну, что ли? как хочешь. Да смысл? Я тебе все равно там никак не могу помочь. Для красоты ты чё? Красота она такая. Все, Тем выбиваю более. триполя. Блин, надо дождаться, когда у меня уже этот... С минуса приточки выйдут. Но вроде атак Янки пока не было. Пока вроде все нормально. Ой, это же много фабрик настроить. Ну тут я уже военные Албания заводы война. настраиваю. Война Албании неплохо. Неплохо, неплохо. Плохо, неплохо, неплохо, плохо. А кто, Сербия на нее? Сейчас по Слушай, а окружению там жди. Албания-то в австрийской сфере. И в итоге глянь, там чисто вся Прибалтика воюет с Австрией. Ой, сколько мне предлагают вступиться в войну. Ну, поехали, ребятки. Куда ты? В Индии? Ой, сейчас окружение должно быть прекрасно. Да, окружил. О, красиво. Минус 10. Ну все, тут можно сказать, уже не осталось противников. Египет такой, типа, да. Повтори, не слышу. О, там он защиту пирамид делает. Ну пускай делает, я не против. Пирамиды — это важно. Очень, очень, очень. Да. Османы пакт о ненападении хотят. Наивные. Ты их уже Наивные. похоронил? Осман? Да. Нет еще. Эх, живут пока. Ну-ка, сколько дивизию трипле? Ноль. Интересно, почему? Я не думаю, что кто-то сейчас их взял в окружение и разбился. Наконец-то мне стабильно стало нормально. Слушай, 45 фабрик, неплохо. У кого? У меня 45 фабрик, 16 верфей, 14 военных заводов. 75 в общем. Неплохо. Неплохо так развился. Неплохо. Не то, что я. А у тебя-то что? 27 Давай я. фабрик, 14 военных заводов и верфей 2 Всего штучки. верфей 2. У меня на 14 больше верфей. Военных заводов у тебя на один больше, а вот фабрик у меня тут почти в два раза. Ну, ты Ну сейчас что ты Триполи хочешь? захватишь Египет, и ты будешь уже прям жесткий. Потом Абиссинию можешь сожрать какую-нибудь, Япония Сомали. прислала, прикинь, Япония прислала помощь Ты прикинь, ты против можешь меня. сейчас еще отжать Абиссинию, Сомали, Йемен, Оман, Персию Нет. поддерживать, или Осман даже. О, минус Триполитания, халява для тебя. Давай Египет, маршируй. А, Япония им прислала помощь. Лол. Ошибка. Вот именно. Я-то тебе о чем? О том, что тут что-то Давай, немножко добивай ее. не так все Вышвырни правильно. этих жалких японцев с этих земель. О, еще одна верфь, А, ладно. Россия на Маклик. Лол. Монголия и Маклик до сих пор воюют? Что? Тибет не помог ман. Короче, в этой игре какой-то реально трэш-рут и творится. Интегралистская Бразилия. С национал-популистами. О, Сейчас Россия Монголия, все Маклика и вроде. Монголию сожрет. Там Россия, глянь на нее, слушай. Вот, Центр Америка победила. Не знаю, им ли я прислала поддержку или нет. У них Панама еще там, марионетка. Что ты делаешь? Хватит. Это месть, пойми, это месть. Братан, ты не понимаешь, кому сейчас из нас будет хуже? Ты просто не понимаешь, на что ты себя обрекаешь. Я знаю, что ты сейчас мне отказы будешь слать. Да. Я же Ты знаю. не представляешь, насколько жестко эти отказы были? То есть, ну, кайфуй, братан. Согласись, по кайфу, да? Так вообще нормас, ты чё? Да. Все, Я же уже там же. нету. Пойми, их уже нету, так что...
Так, Албания капитулировала. No! Че, короче, гай на эту Сербию уже. На эту Румынию. Сейчас, короче, просто, ты знаешь, Балканский альянс отпиздит Австрию. Да. Просто огромный Балканский альянс. Во сне Ой, вступает ой. Персия. Монголия А ни с Тибетом в альянсе не добила этот Маклик. мне То кажется, есть Египет тут немножко того сливается. гражданка в США до сих пор типа происходит. Тут просто, знаешь, какой-то реальный пиздец в мире творится. Да ладно, что такого? Чего мы Так я только ж не не видели против, в это этой игре, весело. согласись? Япония на Ой, Россию, ну, хотя бы что-то стандартное. Угадай, кто Это выиграет? стандартно. Япония. О, Что такое? Александрия. Нет. А, я не буду по языку, я играю в Рим 2 Total War. Egypt, Egypt, Egypt. Так это все равно я не на прохождение играю. Так я знаю. Так ты все равно спалился, сказав, ой, Александрия. Мне кажется, это прям звучало как это Александрия. Родные земли. Да. Мне кажется, тут сложно не понять. Погоди, Короче, секунду. я отжал Медину. Это вот то, что видишь, регион Медина, это на Батая. Я ее отжал. После тут еще Хиджаз. И сейчас я типа иду куда-нибудь, так знаешь, в Руб-аль-Хали и в Абу-Даби. У меня Только что-то это просто все. заводиков стало много, я такой немножко неожиданно, типа, чё? Ну, ты Египет отжал. О, нормально, слушай. У тебя военных уже больше, чем у меня. Я и до этого было больше на один. Давай, отжимай Каир, изи, Египет для тебя. Мне бы О, ещё... я что-то нашел в Аляске. Нефть. Лол, 12 нефти. Неплохо, Мексика, неплохо. до свидания. Эти все ребятки, до свидания. Я вас больше ничего не закупаю. Поки-поки. Я уже, кстати, произвожу 46 нефти со своих территорий. Канада и нефть. Канада и нефть. Звучит прям Да. что-то не очень. Да, есть такое что-то. О, минус Каир. То есть, поздрав... А, нет, там куда... Все. Отличные новости. Османы, чё, 190... Так они ж сколько воевали там с ними. Это они уже захватили при этом территорию. Я вижу. Кажется, знаешь, как ты будешь воевать сейчас. Я уже это чувствую. Ты хоть Триполитанию бедную захватил уже? Не могу я ничего взять, у меня очков не хватает. Ару. О, Марса Матрух. О, Александрия. Тебе бы этот... Триполитанию бедную сожри. Чисто Каир и Триполитанию. Отлично. А вот Асван мог не брать. Да, Потому не что тебя сейчас здорово. могут... Или... Ну, у тебя, конечно, ладно. Ливийскую пустыню это... А вот Триполитанию еще отжать? Груз. Ну, не нормально. Триполитания Подпевас. фигня. Ты даже 9 этих отжал. Притом, главное, я Все, взял готов Каир воевать с и османом? Александры. А ты что, уже хочешь на него? Нет, ты сам с ним воевать будешь. Да не, я не готов. Ты, кстати, сильнее его почти. Почти. Вот ключевое слово почти. Ну, слушай, там он реально не особо сильнее тебя. Так я знаю, сейчас погоди, мне надо подготовиться морально и Ты еще физически. дивизии 10 клепаешь, вы уже на равных, пиздитесь. Тогда я сейчас хочу это сделать. Мне бы этот... Подкачать здесь. Подкачаться. Дивизионы. О, у меня возвращение на континент готово. Ну чё, Франция, О. привет. Declare И минус ты сразу, да? Ну так, Минус просто такой. намекну, что там у нее немножечко 200 дивизий. И у Британии 50, у Иберии 20, и у Южной Италии еще десяточка. Да фигня. Чё ты хочешь? Фигня полнейшая. Да. Так я же говорю, фигня. Разберемся как на изичку. Ты чё? Да, у меня 24
4 будет, у тебя 25, все, и развалили. Там у Крип, наверное, больше уже дивизий, чем у нас с тобой вместе взятых. 12 дивизий в плюс на нет наниматься теперь, отлично. Ну, Кариб Так. 16 дивизий, лол. У Австралии 25. У Индии 24. Слушай, ну у нас такой очень мощный альянс. О, отлично, себе я нашел. Возьмем слот исследований тоже. У Так. нас неплохой альянс. Я бы не сказал, что он ужасный, но он нормальный. Сойдет. Да. Я согласен с тобой. Сойдет. Главное, мы очень мирные ребята и воюем только с агрессорами. Так, мы вообще не воюем, но если воюем только с агрессорами. Это ось, Агрессоры. это были Агрессоры. агрессоры, да, агрессоры. Именно агрессоры. Клятью агрессоры. Ирландия, кажется, пиздец. Атака, дивизия, атака. Моторизированная атака. Что за фигню мне дают? Во. Ты Дивизия, втираешь атака. мне какую-то. Ты либерию будешь отжимать вообще? Так у Потому меня что нет на там нее претензий. так создай. 3 военных завода, 4 фабрики. Лишними не будут. Просто там Не, еще новый индустриали. Он сейчас еще построит гражданскую фабрику, военный завод, так что иди отжимай. только они разрушатся. Ты не берешь эти фабрики, когда захватываешь эти страны по фокусам, которые пришли. Да пофиг, все равно иди отжимай. Very good. Транссахаринский прогресс. И что мне это дало? О, у меня в Сахаре первый уровень этих типа передвижения неплохо. А он Во. везде. Но он вообще-то везде есть, как Ты бы. когда нефть там еще возьмешь? Я беру сейчас сталь и алюминий. А. Окей. Это более интересно. Окей. Рано. Ну, блин. О, пехотка новой модели уже. Нет, у меня Строится. минус 49 очков теперь. У меня 49. Меня просто отняли из-за этой дороги, типа у меня там строительство идет, и типа все так. Деградация моей экономики. Почему рядом со мной какая-то жестокая Османская империя? Кто она вообще такая? Чего она себя возомнила? Османы, вы чё? Охренеете немножко. Да спизди, лол. Так у меня нету даже возможности, пойми, войну оправдать. Ну да. Но они сами оправдают, не сами. Ну, конечно. Пускай, я только за, я не против, ты чё? Очки не потеряешь, халява. Так вообще полнейшая халява, по-моему. Так. Танки уже бессмысленны, хотя пускай будет еще танки. Больше танков. Нужно больше танков. Возьму сейчас Египет, марионеткой сделаю. Сюрприз! Падение Вены? Чего? Серьезно? А кто там Вену Да, взял? я же говорил, Балканы. Ты глянь, Сербия, это Вена, Бел... Балканский союз, то что они огромные там. А, Белградский пакт просто, А дальше да. самый рофл. Они воюют с синдикалистами, они воюют с американским этим. И знаешь, где стоит у них дивизия 20? Где? На границе со мной. При том, что у них всего где-то 40 дивизий. Да. Неплохо. Филс Логичман. Это, мне кажется, по всему фронту может давить. У них там снабжение наполовину где-то только. Да Особенно я с двух трех знаю, я прел. просто нажал атаку, они не везде атакуют. С двух трех прелок взял и все. Взяли все. И уничтожил. Канзас Сити, хуй сосите, епт. Йо-йо-йо, я рэпер. Я не сомневаюсь. Чё там Канзас Сити, Москва Сити, Натана, бля, я не знаю.
Мне плохо. Это, знаешь, я на черной территории, хотя я на Северной Америке, даже не на Южной, но все равно, знаешь, таким реперский дух в меня проникает. Тебя проникают. Так. Ты куда? Ты не в ту степь пошел, братан. Вообще не в ту степь. В тебя просто проникает. Я ничего не говорю. Все хорошо, все хорошо. Я ничего не говорю, но говорю, что в тебя проникает. Но я ничего не говорю. Но я ничего не говорю. Ну я же ничего не говорю. Даже говоря, что ты ничего не говоришь, ты говоришь. Но я не говорю на эту тему, что говорю, что говорю. Сам понял, что сказал. Нет. Сочувствую. Надо было сказать. Ты же попросил сказать, я сказал. Все. Так, я готов к войне. У меня уже 32 военных дивизии. Сейчас еще 12 подойдет. У меня и того будет в армии 430 тысяч. Сочувствую. У тебя уже, наверное, 700, да, где-нибудь? 550 тысяч манпауэра. Или ты имеешь в виду, сколько у меня на поле боя? Да, на поле боя. 260. Нормально. Я же в основном типа в качестве дивизии ухожу, а не в количество, потому что манпауэра у меня не особо много. Ну, я вижу, то есть, твою Это у меня это. шаблоны, типа, я выхожу на шаблоны Только идут. у тебя ширина фронта очень большая из-за этого, 9-3. Но все равно я типа Я. воюю по одному дивизии, по одной дивизии типа профки, Ну, я понял. Ну, тогда да. поэтому оно только лучше. Тогда можно и так. Потому что фронт большой, а дивизий мало. Так, о, нормально так. Сища помирает. Сися, сися. А во, у меня ресурсов больше стало, можно не закупаться, так много стали. Или закупать старую Канаду, чтобы давать ей фабрики. Ты у меня не закупаешь, я у тебя тоже, в А принципе, все что я могу ресурсы. закупать-то? Сталь. У тебя есть сталь. У меня есть сталь. Смотри, ставлю на паузу. Видишь, да? Ставлю на паузу. Убираю от России. Видишь, да? Убираю от России. Беру. Могу тебе одну сталь закупить. Россия, подожди! Россия, стой! Это шутка! А ты говорил, что нельзя, а видишь, можно. Я в Германии теперь закупаю. Ну, видишь, я тебя закупил Фу, теперь. фу, продался немцам. Так, в смысле, я у тебя закупаю тоже. Так я знаю. Но смотри, что-то как-то немцы прекратили особо давить. И даже смотри-ка, А Италию там дивизия выбивает. наклепала миллион Франции. Я вижу, only бессмысленных дивизий. Да не, у них там, слушай, у них не особо-то и Ой. бессмысленно. А Дон Кубань вошел в этот, что ли, вось? Да. Ну, как вось? Митель Европы. А, это не ось. Тогда Россия, понятно, что она сидит там. Но он типа быканул на него, а Германия сказала, а он теперь мой союзник. И Россия все. что-то как-то воюет с большей частью Азии, как-то так себе воюет, я бы тебе сказал. Но это Россия. Она всегда Нафига как-то так было? себе воюет. Нафига было влетать в такое количество соперников? Что за логика? Они Что за логика? на Махарик и Монголию влетели. Вот. А после них еще Япония напала. Разум просто великий. О, великий русский сверхразум. О, Абиссиния на Сомали. Тебе будет на одного противника меньше захватывать, значит меньше фабриковать претензий. Классно. У Сомали нету рекрутов вообще. Так, надо успеть отделить, короче, их всех от США, чтобы я просто сам захватывал США. Плюс можно Денвер взять, здесь пробежаться можно. Тут. Мне кажется, США-то захватить, он Денвера и парочку проволок, и все. И он капнет. Капнет. Я просто хочу как можно больше еще отжать. Так все равно тебе ничего не дадут. Так, мне очки будет больше за то, Падение что типа я Денвера. отжал. У тебя То есть на есть, Западе... О, ну, блин. бля. И сразу не отжали миллион просто. Ну давай, Блять, Минс.
Мне нефтяные пробки нужны, а я до них хер дохожу. Найс! Сейчас вы одну пробку отжимаете. Нефть, там, короче, нефть есть, но я этих херах отожму. Ну так разве что и... Вот так, нет, мне... Очку, бля. Ну, ладно, пофигу. Не так сойдет. Все равно, глянь, отжался и Америке час. Ну, неплохо. Уже неплохо. Теперь синдикалисты это твои. Угу. Только у них соточка, как бы. Ну, они сейчас с этими воюют, там, где 70 где-то. Ну, Да. они быстро там победят. Я Не, знаю. почему теперь Мексика? Вперед на Мексику. На Мексику. Ну, кстати, что в Мексике? 300 нефти. О, 300 нефти. Мексика. Вива ла Мексикано. Там, Заводов-то сколько у конечно, нее в два еще? раза больше, чем у меня. Дивизия, надо похер вообще. Иллирия капитулировала. Ой, Сербия какая прям. Сербия прям. Great Да. again. Again. Great again, будь ласка. Здесь Так, это еще я на просто Мексику это могу. Сербия. Пойми, Я это просто боюсь, что Сербия. если я вылечу на Мексику, они радикально социалисты, и в них, типа, Франция залетит за них. Ну, мне кажется, Франция сейчас вообще не до этого. Да, все минус О, Австрия. Сербия 24. О, какая красивая Сербия. Ну, я на Мексику фабрику. Если еще влетишь, Да, вместе со то у меня Османией. дивизии меньше, чем у них. Так. Дай паузу, дай паузу. Вот. Даю паузу. А вообще нам уже пора серию, да, заканчивать с тобой? Да нет. Счет издал. Звоночек был. Звоночек был, я Нет, слышал. не было, и мы... Был, Нет, не был, понимаю, о был. чем ты. Что? Нет, мы воюем. Слушай, ну Канада уже такая, бля, на пол Америки. Прикинь, если еще отожму этот. А, ты на осман фабрикуешь, лол. Красиво. Ну а что, у меня сейчас армия А, у тебя большая, 49 400. дивизий, лол. Тогда ладно, тогда ладно. Из них 32 это 7 пехотки, 2 арты, полностью батальона поддержки это саперка, разведка и арта, и поэтому Да у как меня бы. такие же. У меня типа 9 касок, 3 арты и поддержка еще суппорты, инженеры и разведчики. Вот именно поэтому я думаю, проблемы это не составит. Пойду просмотрю, сколько у них там где. Террорист. Чё, террористы? Террористические группы. Вы о чем, ребятки? Ой, у них тут порты свободны. Как раз куда я высаживаюсь, там свободные порты. Прекрасно просто. Я знаю, что я буду делать дальше. Я сейчас буду. Заканчивать серию? Да? Как ты угадал, а? Я не знаю, как ты смог. Блин, самые сочные профки я отжала себе этот комбиняшечка. Но теперь я не должен закупать сталь, потому что сталь у меня теперь... Прости, братан, я тебя больше не спонсирую. А мне не надо этого, ты чё? Резины у меня нет, вот это вот проблема. У тебя есть резина? Не. Бич. Ладно, всем посебосики, кто смотрел эти видосики на ютапсике. Подписывайтесь на канальсики, ставьте лусики. Всем покесики. Пока-пока. Всем пока-пока, ребят.